Пошла трансляция. Всем привет, кто будет в записи смотреть. Мы вот с Привет. Никитой продолжаем играть в террарию. И что у нас по плану? Что у Надо нас мочить по... босс. Подожди, подожди, подожди. У меня по плану тебе отдать вот такую штуку. Держи. Это что? Это рыба. Рок-рыба. Хаммер. Может использоваться как хаммер. Да и как меч, в общем-то. Старфьюри, конечно, приколен, но у него 22 дамага, а у этой рыбешки 24. Поэтому Старфьюри пока отдыхает. А, слушай, подожди, отдай мне ее, я тебе другую дам. У меня 25 дамага еще есть. О. Так, что-то не то. Произошло не то. Так. О, 25. 25 дамага, да? Нет, 24. Странно. Но это та же самая рыба. У меня обе рыбы, которые... Ну, вот эти. Они по 25 дамага. Ну, видишь как. Видать, у тебя, может быть, я не знаю, какие-то бонусы идут. Не знаю. Хотя, ты где смотришь? Прямо на самой рыбе, да? Да, навожу на рыбу, все. У меня же магик сет одет. Ну, может быть, у тебя за счет этого? А, у меня кольцо с плюс 3 дамага. 3% дамага. Ну, вот. Значит, что у меня есть? Что у меня есть? Ничего у меня нет. Я имел в виду приманки. Никаких приманок у меня нет. Надо где-то их фармить. Мы, кстати, все уже осмотрели летающие острова. Да, ты нашел все. Нет, осмотрели-то все. Осмотрели, не знаю, у тебя... Ты должен был последние два, по-моему, осмотреть, потому что я не доставал там. Так тут вот один я осмотрел, который пустой был, а другие нет. Вот, мне надо к пустому будет потом сходить. Пустой еще один здесь вот есть, который с озером, а два нормальных, по идее. То есть мы не осматривали, да? Так. Получается. Значит, надо бежать, да. Осматривать острова тогда для начала. Я пошел. Так. Я хотел рыбку одну поймать. А, так, я понял теперь. Ха, прикол этой рыбы. По сути, это ведь инструмент. Ну да, она как молот может работать. Так, а вот что еще я не взял, так это ведра. К сожалению, у нас маловато водяных цветков. Пожалуй, я вернусь. И возьму все-таки ведро. Странно, у нас ни одного еще этого телепорт аксессуара не было, да? У тебя же нету тоже. Ну, зеркало только я знаю. Ну да, 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 я и говорю про зеркало. Обычно их завались на карте. Да нет, у меня как-то вот все не так радужно. Где же я бросал эти ведра? Целая куча их была. Ты не видел ведра? Нет. Кстати, золото надо выложить от греха подальше. Тринадцать золотых у меня. Это не то чтобы богатство. Слушай, ну с учетом того, что ты купил уже акулу, как бы, вполне себе богатство. Что, ты думаешь, зажрался, да? У меня тут в ящике 17 золотых.
Что-то И бардак здесь нет. какой-то жуткий. Блин, а где же они? Ладно, короче, я скрафчу тогда еще одно ведро. Все ж таки. Только одно. И надо набрать водички сразу же в него. Так, а где у нас ледяной биом-то есть поблизости? Справа, кажись. А, да, в другую сторону. Недооценивал я рыбалку. Достаточно интересные вещи попадаются. Я вот как-то вообще упустил из виду. Где-то здесь рос цветочек. Вот он. Сейчас я его грамотно соберу. Ага, шиш. Плохой цветочек. Не получилось? Ну, не повезло просто, на самом деле. Это не с каждого, прям с каждого. Но вероятность была довольно высокая. Так, я дошел до первого пустого острова. Наверное, я на него не полезу. Ты посмотри просто, где у тебя обследовано, на тени лази, соответственно. Нет, он не обследован, но он явно пустой. Да блин. Подлагивает меня. Слегка так. Меня тоже подлагивает, и я вообще не понимаю, с чем это связано. Нет, лаги понятно, с чем связано, что интернет может лагать. То есть не сама игра. Ну, если ты играл когда-нибудь в онлайн игры, именно на такой опыт. Ну, тут хоть у тебя будет какое железо. Нет, я имею в виду, у меня тут сервер, у меня локально находится. А не важно. А Террария. По идее не важно. Все равно же это сервер. Ну, я так думаю, что и сервер тоже не, может быть. Не-не-не, это у тебя лагает, скорее всего, из-за того, что интернет, а у меня по локально все. Поэтому локально. Ну, даже в единоличной игре, когда один играет, да, в одиночную. Тоже лагает? Да, есть такие. FPS падает с 60 до 45, и я не знаю, с чем это связано. Просто необъяснимо как. Потому что топовый комп, а... Именно Террария. А пробовал там в процессоре что-нибудь? У меня было такое как-то одно время, когда... Ну, это на старых играх. Когда... Да что ты? Нифига, блин. За это самое заговорился и не уследил. Короче говоря, когда только появились те многоядерные процессоры, в какой-то игре я отключал лишние ядра. Знаешь, и как бы это помогало. То есть игра была не оптимизирована, получается, под многоядерный процессор. Но сейчас не знаю, как это. Давно уже такой проблемы у меня не было. Но как-то было такое.
И тоже, казалось бы, да, комп должен быть мощный у меня был тогда. И, в общем-то, игра не должна была тормозить, но... Такой был парадокс. Я с тех пор все время вспоминаю вот это. И когда у меня начинаются какие-нибудь проблемы, я это пробую этот метод. Ну, помогало всего пару раз на самом деле. Так, это что же меня так ушатали-то резко здесь, внезапно? Слушай, надо, наверное, будет попробовать действительно с ядрами поколдовать. А то печалька какая-то. Еще есть такой прикол, тоже у меня с какой-то игрой, не помню уже. Приоритет выставлять в настройках сетевой карты. То есть, ну вот у меня, допустим, на материнке сетевая карта, к ней отдельно идет утилита. И там настройки есть, и настройки приоритета. И вот я тоже где-то прочитал. А, это вот в GTA 5 у меня было онлайн, не так давно. Все время кидала меня на пустые серваки, короче, долго подключалась. И вот я прочитал такой совет. Казалось бы, там всего лишь, допустим, с четвертого приоритета на третий сменить, да, там четыре степени. Казалось бы, ерунда, я сначала тоже подумал, но это помогло. Почему-то. Ой, ящик выловил, 5 голды в нем было. Круто. О, кстати, экстрактор есть, экстрактинатор, как его там? У нас разве не было его? А я не помню. Может, что-то находили такое? Ой, у меня ни одного зелья телепорта нет. Я тебе разве не давал? Ты потратил, наверное, уже с ним. Отлично, я дошел. Ну, шарик. Шарик, не знаю, нужен мне шарик или нет. Освещение, что ли, или что даже? Нет, шарик увеличивает прыжок. А, так с ботинками его надо объединить, А, по-моему. да, точно, точно. Ну и Только у нас ресурсов здесь. инженера до сих пор нет. Это у инженера же, да? Да, у него нужно купить. Да, там верстачок вроде какой-то. Слушай, у нас нет экстрактинатора, и вот я его поставил, собственно. Так что можно выжимку делать. Всякого барахла. Так, ну здесь неплохо с ресурсами еще. На этом острове. Золотишко? Платина. И это. Уже забыл я. Вольфрам, да, подсказывали. Первый зритель у нас. Тоже приветствую. Добро пожаловать. Так. Mm.
Блин. Что у нас бардачок какой-то подряд валяется. Ну, наводить порядок, это нужно как-то даже отдельно сидеть. Это очень много времени. У меня лично занимает. Так, еще же один остров. Я уже собрался назад. Надо зашкериться, навести порядок в инвентаре. Так, весточка у меня с... А, есть стол. О, у меня три зелья на дефенс дропнулись. Говорят, что тяжело стало фармить деньги в чате. Я не пробовал, честно говоря. Не знаю Не знаю, у даже. меня как-то так получалось, что с деньгами я вообще проблем никогда не испытывал. Нет, испытывал, понятно. Они у меня Просто. как-то копятся, копятся, там даже не замечаешь. А там пиратские нашествия всякие, после них вообще Да, вот как раз он лопатой говорит, что выгребай. с пиратами тяжело стало фармить. А, ну, на эксперте, хотя, в принципе, я на эксперте их фармил. То я бы не сказал, что сложно. Всякие ловушки же новые полно всего делаешь. Говорит, без счастливой монетки трудно. Без счастливой монетки. Так Я не счастливая знаю. монетка добавляет фарм на касание, по-моему. То есть сколько раз ты его коснулся, столько у тебя типа и вылетело золото из него. Но опять-таки, вот по поводу фарма денег, я не вижу смысла мутить какие-то там фермы особые, если можно фармить тупо на боссах. Именно фермы на деньги. Мне кажется, это бессмысленно. По-прежнему я придерживаюсь этого мнения. Согласен абсолютно. Это было бессмысленно раньше и, наверное, бессмысленно и теперь. Еще более бессмысленно, чем раньше. Видимо, так. С золотой монеткой хорошо фармить. Есть такие когти. Они дропаются, по-моему, с зомби. У них шанс дропа очень маленький. Урон с них никакой, но они очень быстрые. Самые быстрые, по-моему, оружие в игре. И встаешь так, чтобы они тебя не касались, одеваешь какой-нибудь костюм, типа костюм ниндзя, там, который на скорость еще увеличивает, ну, мили скорость. И вот выфармиваешь золото, то есть бьешь, с каждым ударом монетка какая-нибудь вылетает. Статуи больше не дают. Раньше 6, это я чат читаю, раньше 6 раз в секунду выдавали, плюс эктоплазма не падает. Чего не выдают статуи? Сердечки? Нет, сердечки выдают, точно знаю. Проверено. Ну, может, чуть поменьше тайм-аут у них, но выдают. Ну, сердечки должны, конечно, как без этого? Без этого и ферма не ферма, и фарм не фарм. Так, еще одно, кажется, вот здесь еще один остров. Здесь, блин, твари эти типа, поналетели, ночь еще наступила. Постоянно, говорит, на мели.
Ну, я могу посоветовать только, опять же, бить боссов. Три платиновых за всю игру накопил. Ну, не знаю. Я вот уже мини-акулу купил, хотя тоже особо не коплю деньги так, чтобы прямо. Ну, слушай, мы тут вдвоем фигачили, так что тут. Ну, даже если бы я один играл, ну, может быть, чуть подольше. Ну, чуть да. На самом деле, не вижу никаких проблем, я с золотом. Причем у меня даже никогда не было такого, чтобы я их целенаправленно собирал там. У меня было одно время, когда только-только появился этот самый. Не, у меня был один момент, когда мне, ну, фармил золото, это когда я с пиратской пушкой хотел побаловаться. Вот. Тогда, Не да. здесь я начал. Немножко затупил дальше. Остров еще один дальше. Так вот, а когда появился гоблин, я хотел сказать. Вот, кстати, метеорит. Ну, у меня собрана броня. Так а мне как бы и не надо. Мне бы его лучше обойти. Как-то. Блин, я так сдохну на нем. Построй мне дорожку. А, не из чего, к сожалению. Я все блоки выгрузил. Могу бомбами только закидать тебя, у меня их 36. Бомбами это, конечно, круто. Сейчас, подожди, я тут дерево соберу быстро. Бомбы у меня тоже есть. Это, кстати, вариант. Ау. Немножко пофармить. Раньше, говорит, 6 рыбок со статуи. А, так на рыбках. Ну, как, конечно, какой фарм на рыбках-то? Это нищебродство чистой воды. Или слизней. Или акул, пираньи. А теперь монстры 2 в секунду максимум. Предметы раз в 10 секунд. Ну, насчет предметов не знаю. Я вот с сердечками еще не пробовал. Но единственное, имеет смысл фармить слизни. Именно ради слизи, собственно говоря. Но не на продажу, а именно для того, чтобы там из нее крафтить что-то. Или если есть оружие, допустим, как патроны. Но, пожалуй, только это. Что это за ферма такая? На рыбках я не знаю. Это какой-то уж совсем способ такой. Ай. Ай. Что-то они меня тут сжимают. Негодяи. Они все на тебя, значит, Ну. переключились. Отлично. Могу поотвлекать пока. Если есть монетка, говорит, то все нормально. Не знаю. Это как-то очень давно, видать, было. До хардмода еще. Граната! Все мне. Только ты не кидай больше вниз, тут уже я стою. Не-не-не-не-не. Так, что мне еще ниже строится? Не вылезешь? Что строить? Так, подожди, давай я вот эту вот фигню. Стоп. Ты все-таки меня вызволяешь, да? Ну. А я думал, мы фармим.
Ну, ладно. У меня нет нужды. У меня пистолет и все есть, в принципе. Если ты собираешься собрать, давай нафармим. Отойди, отойди. А, все нормально. Обошлось. Так. А вот я не знаю, долетит она здесь. Ой, зацепило. Уже не должны больше летать уже, что-то мне кажется, мы большую часть-то собрали. 50 блоков, по-моему, должно быть, чтобы они появились. Вот еще, кстати, неплохая ферма раньше была, отличная, на вот этих вот головешках. Но я так А, и фармил сейчас есть фармить эссенции. эссенции, да. Сейчас Ой-ой-ой-ой-ой! замечательно в этом плане. Да. Так. Нет, нет. Живи, друг. Черт. Ну все, пожалуй, я думаю, что достаточно. Я все время забываю, что у меня три плеточки выстреливаются. Тихо-т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 ихо
Блин, я сам Вон еще лоханулся. один возле Слима. Так, ну этот не должен дамажить уже. Да? Нет, почему-то нет. Не канает. Вода Блин. должна потечь, по-моему, если я не ошибаюсь. Нет, я раньше вот именно так делал. Так, кажется, вот он остров. Да, вот здесь над нами надо строить. Эссенции с лавой нормально добываются. Уходит быстро очень с этими мимиками. Куда уходят эссенции с мимиками? Я не знаю про эту фишку. Мимики — это сундуки, насколько я знаю. Ну, так, дай мне ведро с водой. Или без воды. Ведро, в общем. Скидывай вниз. Пишут, что... А, теперь только в дождь цветет. Вот подсказывают, что собирать только в дождь. Но это стрёмно, конечно. Тогда, если так. Серьезно, что ли? Ну, я уже вижу тогда по-другому эту ферму. То есть просто песок где-нибудь. Просто, да, действительно. Дорожку из песка и все. Где-нибудь наверху. Разве что так? Мне кажется, это было и так довольно нормально. Зачем это намудрили? Непонятно. Так, и очередной сундучок. Давайте-ка посмотрим, чем нас тут порадует. Подковка. Еще одна. О, отлично. У меня нет подковки. Да, и
А, это вот эта штука SkyMill. Такая у нас уже есть. Так. Набрал барахло. Кладешь эссенции в обычный сундук, он становится мимиком. Серьезно? Ну вот, подсказывают. Но это... Прикольно. Не знал вообще. Я думаю, это с хардмодом только. Ну, естественно, логично. 15 штук на одного. Опять же, подсказывают. А каких эссенций? Любых или... Кримсон, святых и коррупшн. Это, видимо, эссенции. Так. Слушай, а у нас тут, собственно, этот есть. Что есть? Пирамида. Я предлагаю тебе ко мне присоединиться. Пирамида это что? Скрыли. Это новый биом. Ну как, не биом, я не знаю. Сейчас подойду, конечно. Новая нычка. Я потому что не помню, там сильные, не сильные. А туда разве ключ не нужен? Нет. Раньше, по-моему, был такой, но не, нужен не, не, был не, ключ. Не. Это другая пирамида. В эту не надо ничего. Ну сейчас я... Сиганул в да, вот тут неизвестность. Новые монстрики. О, точно, я такое не видел. Так, подковка. А, подковка у меня. Кстати, вот эти головы в пещерах, они тоже бывают. Серебряное, соответственно, дает серебро, медное дает медь и так далее. Это прикольно. Так что замечаю, они встречаются часто в этих. О! Хочешь новый костюм? О. Платьишко. У меня, кстати, персонаж женский, я все время забываю. А чё сундук не взял? Золотые-то сундуки. Ну, по крайней мере, я вот как-то собираю. Они посимпатичнее. Это глубоко. Да. О, а чё это? Затоплено. Угу. Бывают и такие приколы. О, так здесь все, конец. Но здесь это самое вольфрам. Пожалуй, я здесь задержусь. Так и что, и все, вот только вот это здесь. Видимо, да, но на самом деле почему-то я встречал, то есть проходы этим не заканчиваются, там песочные проходы дальше обычно начинаются. Может, разведать можно просто. Я тут, к сожалению, не взял опять крутую свечку. Вот там что-то есть на самом деле. О! Еще. Так, здесь я, пожалуй, вот так сделаю. Ну, я Куда надо подозреваю, копать? что... Вот там вот что-то есть.
300 блоков воды, говорит, нужно на ловлю рыбы, иначе штраф. Какой штраф? Ну, возможно, на шанс ловли или на... Не знаю, в озерцах вылавливал прям блоков, наверное, я не знаю, 50 максимум. Все нормально ловится. Никаких проблем. Ну да, может там дроп уменьшается. Ну вот штраф, он, видимо, ну, это имеется в виду. Заморачиваться на озеро какое-нибудь. Когда там рыбак дает разные квесты. Ну, там то в небе поймай, то под землей поймай. Озер не напасешься по 300 блоков. 300 блоков — это довольно большое озеро. Очень большое. Ну, под землей, допустим, это не проблема, а вот на поверхности. Так, а чем мы сюда пришли? Не знаю, меня вот прельстила эта пещерка, потому что я вижу там еще одну дальше, и, в общем, я хочу обследовать. Глина. Вот что мне нужно. Вообще как-то что-то это хочется нормального дропа какого-нибудь интересного. Это надо боссов щупать или в данж. А слушай, мы же этого не забили, да, мозг Crimson мозг. Так и не забили. Они забили. Затупили, потому что. Да. Это надо идти, искать опять сферы. Приманки-то нет. Эх, не хватает шарика. Чего? Освещения шарика не хватает. Эх, вольфрам. Да я тебя столкнул. Это мой вольфрам, потому что. А ты коварен. Конечно. Дробовик выносит, удачно говорят, этого мозга. Ну, понятно, что выносит, но вот лично у меня там проблема была просто выбраться из лужи. Вот такой вот я нубяра. Дробовик, конечно, хорош. Так что, может, мы построим нормальный этот? Так мы построили нормальный, просто выход я не построил. Надо вернуться в любом случае мне уже. Уже освободить инвентарь. Так. Нафига мы этот вольфрам еще копаем? Нам что-то... Мы что-то из него не сделали? Я чисто так уже по приколу. Так.
Всякого барахла понабрал. Надо сначала освободить инвентарь, потом пойдем еще раз попытаемся все же, да? Да. У нас сферы, по-моему, оставались там еще. В принципе, у нас можно уже сделать его, мне кажется. Призывную да. фигню. Я, правда, не помню, как на мозга она делается. Я тоже. Как-то к змеюке я привык. Да, он как-то сильнее. роднее. Ага. Ну. Три золота. Ловушка. 400 дамага. Что так? Я вот не понимаю. Почему она в горку поехала? Покатилась. В горку? Угу. Ну я как бы в горку бежал. Почему-то она меня успела догнать. Самонаводящаяся какая-то. Слушай, а можешь подойти, а то у меня слотов нет. Сюда вниз спуститься. Ты чё? Амбер. Я что-то не помню такого. Янтарь. А, янтарь. Йо-йо раньше не было. Не было. Чё? Ну, тут вот спрашивают. Типа, йо-йо можно долбить боссов. Можно. Чё, прям такой реально дамаг? Слушай, ну оно там, они разнообразные есть, насколько я понял, и даже очень там неплохие какие-то эти йо, но я не заморачивался на них. Так, а как, я уже забыл, как надо-то, что сделать, чтобы... Чего? Ну вот на этой... Берешь в руку и на нее левой кнопкой. Ага. Левой кнопкой. А что можно перерабатывать-то? Силд. И... Короче, гравий, по-моему, он называется. А песок? Нет, песок нельзя. А, вот что. Я пытаюсь песок переработать. Так, амбер. Амбер нам нужен. Я не помню, что с него крафтится. Да скидывай, там продадим, если что. Ну, в целом, в среднем, я готов. Сейчас только зелье возьму. Так, я возьму одну на дефенс. У тебя хавчик есть, который эти... Да, давал? Да. А где у меня зелье? Вот они. Значит, лечилки есть. Скорости несколько. Так. Думаю, мне хватит лечилок. 10 штучек. У нас таких-то прямо лечилок-то и нету особых. Да? Фу, этих зелий. Слушай, а подожди, у меня рыба какая-то была, я сейчас посмотрю, что из нее можно приготовить еще. Да нет, вот есть защита, есть регенерация, нормально.
Защита, регенерация, ускорение, по сути, больше ничего и нет. Но у меня Defense 15 пока что. А у меня 16. Вот так вот. Это я, значит, лошара, да? Так, как чё, где я сдох-то? Вот у нас, кажется, нет. Вот место. Остали. А там еще две сферы. Ну и по округе, может быть, есть. Так подожди, давай, может, мы ее приготовим просто. Сейчас я подгляжу, как Ну, она если ты, готовится. да, вспомнишь. Я пока наведаюсь в нашу... А, ночь же, блин. Чё толку? То есть я зря, получается, воду вот эту таскал сюда. Для растений-то? Ну нет, не зря, пусть уже. Кстати, вот дождь начался. Да, если под дождем только собирать, то в принципе воду таскать было не обязательно. Так, и двери надо закрывать, потому что эти черти лезут. И золотишко скинуть, кстати, вот еще. Здорово. Че? Сплинт киллер, боже мой. Так, патроны есть. Кстати, метеоритных пуль же можно накрафтить. Вот что, зачем метеорит-то нужен был. Да, кстати, да. Кстати, вот. Пули, пули, пули. Сначала сам метеорит, да, нужно. Вот, кстати, йо-йо, 17 дамага. Это йо-йо, я правильно понимаю? Ну, два кругляша такие, один друг за другом выглядят. Так, собственно, можно делать. Делаем, да? Кого? Приманку, да, конечно. Приманку. Что-то у нас порошка маловато получится. Ну, И это, где-то у видимо, нас тут рядом было, да? Это. нет, он не Ага. рядом, подожди. Это, видимо, слабенькое ее, я так понимаю. Всего 18 дамага против рыбы-то. И против... Хотя больше, чем у дробовичка даже. Так, у меня получилось две призывалки. Ну, прекрасно. Главное не лохануться. Вот, кстати, я могу скрафтить. О, так я тоже могу метеоритными этими обзавестись делами. Пожалуй, я воспользуюсь этой замечательной возможностью. Броню метеоритную. И броню, и да, и все остальное. На боссе мне всегда помогало. Слушай, кинь туда ящик, вот я тебе перекинул. Купер. Купер, Купер, а зачем нам Купер? Не знаю. По-моему, и нету уже его нифига. Ну его в пень. Так, и пули. Пули, 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 пули. Можно ли с нами сыграть? Как ты думаешь? Ну, мне, в принципе, не жалко. Да, мне, в общем-то, тоже не жалко, просто это сейчас нам нужно выйти, настроить хамачи. Я не хочу этим заниматься. Не то чтобы я прям такой был. Ну да, мы и так редко встречаемся, чтобы тратить время еще на настройку Да, сейчас. сейчас реально вот нет такой возможности, потому что играем мы через хамачи. Заранее можно написать там либо Лакмусу, либо мне, может быть.
У нас Steam есть, да, но игра вот лично у меня через Steam не фурычит. Потому через Поэтому. Хамача. Не, игра, конечно, стимовская у нас. Игра стимовская, да, но вот и подключается, но вот у меня не работает, к сожалению. Так, ну что, я скрафтил себе броню, скрафтил пистолет, скрафтил я пистолет, да, все. И пули зачем-то. Так. Можно выдвигаться. Слушай, а его же не обязательно в Кримзоне призывать? Но сюда он, по-моему, не прилетит. По-моему, обязательно. Я вот не помню, конечно, досконально. Но боюсь, что мы потратим просто призывалку напрасно и все. А, да, только в багряном биоме. Так, куда? Налево, направо? Где у Налево, нас налево. точка? Налево. Погнали. Ты подковку используешь? А, нет, в данный момент нет. А чего? А, ну, в пещере буду юзать. Сейчас-то я не упаду, наверное, уж никуда. И как назло, ни одного цветочка. Обогнал таки, смотри. Кстати, грибочки надо собирать, раз мы призывать собираемся. Вот эти багряные. Паучок, так, у меня ХП что-то как-то пострадало. Так, вот сюда спускаемся. Отлично. Может, там до песочка немножко пройти, посмотреть? Чего? В семенах. Да ну уже чё. Я, по крайней мере, такую ферму не хочу строить уже, которая... Смысла в этом не вижу, если можно просто прогуляться. У тебя Что-то что-то меня тоже там... плохо с ХП всё. Надо будет чуть-чуть... Слушай, а надо костерок, сердечко было Костерок у меня сделать. есть. Сырок есть, отлично. О. А сердечко какое ты имеешь в виду? Ну, это подвесное. А, ну у меня нету. А, у нас же нет, да, лишних сердец. Слушай, у тебя блоки есть? Можешь дыры внизу закрыть? Все. Вот здесь вот Все, все, просто все. платформу сделать на этом уровне. Так, Да. блоки. Блоки, блоки, блоки. Нету блоков. Ой-ой-ой-ой. А, нет. Но только глина. Дерево. Давай лучше дерево. Давай я сейчас накопаю просто. Да нет, дерево у меня есть. Подожди, а у тебя не платиновая броня разве была? Нет. Или платина, я уже не помню. Она и не была, и есть, в общем-то. Я вот не все выложил, к сожалению. Да, у меня нет, у меня тунгстен. Вольфрам, получается. Броня тунгстен была. Сейчас у меня, кстати, Уйди, 16 противный. дефенса. Сколько? 16. Ну Так что вот, я как у меня. нормально. Так, Попробовал я сейчас. это йо-йо. Не Пока вставила? что не на врагах, а так. Да как сказать? Ну что, вперед. Жмем кнопочку Б и начинаем фармить.
Подожди, Б. У меня тут не Б. А Б выпить все, что у тебя Я есть. знаю, но нет, у меня это. Давай. Так, раз. И все, что ли? А, вот. Давай Нет. этот, метеоритный. Чё? Чё метеоритное? Фига чего Пули? метеоритом. Ну. Вторая фаза. Ой, ой-ой-ой, я не то. Падай, падай. Ой, а что-то он расчетверился как-то, я такого не помню. Блин, которая? Которая? Есть. Есть. Есть, наконец-то. Так, и что? Мне выпало сердце. Lucky Brain of Confusion. May confuse nerve enemies after behind stack. Ну, чё, можно. Это чё такое? Ну, может, типа, сконфузить. Я так понимаю, аналог какого-то стана небольшого. Есть шанс, что застанет. После урона. Так, а там смотри-ка чё. Заспаунились. У нас там ещё сферы есть, может, сферы? У нас ещё одна есть, это... Может, кстати, сердца зря мы собрали. Ну ладно, уже нормально пошло, что у нас. Да, мод эксперт режим неплохо, кстати, дроп мне нравится, сложновато, конечно, на боссах, но интереснее, интереснее, сюрпризы. Да, и новый дроп, есть смысл как бы фармить. Даже не только ради дропа, но и ради любопытства. Лично я, допустим, чё выпадет. Так, пошел. Есть. Ты чё, умер. Сдох? Да. Ой-ой-ой. Ну что, я тебе могу сказать, телепортируйся пока здесь, там есть зелье вроде, телепортация. Да. Ну и опять такая же хрень. В общем-то. А мне кажется, ничего нового. А собственно, с этого босса чё падает? Я не знаю. Собственно, я и не знаю. А через стену её бьёт? Нет, не бьёт, плохо. Ну, у него ткань только, а костяная погремушка еще какая-то может дропнуться. В общем, с него только эта фигня и падает. Но нам главное с него, чтобы ресурсы собрать, которые дропаются. Ресурсы это прекрасно. Еще бы я все-таки хотел сферы побить. Тут остались еще сферы. Сейчас побьем. Так. Где-то там, где-то там. Ты где? Призывалки больше нет, да? Mm-mm. Тогда я спускаюсь вниз. Да сдохни уже, тварь. Так, где-то там сферы. Вот я вижу. Я чуть бомбу не бросил. Не надо бомбу. А, я же не могу это разбить, точно, надо бомбу. Есть? Стоп, 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 стоп. Ой-ой-ой. Так и сдохнуть недолго.
Все, сфера разбилась, что ли? Одна, да. А, слушай, тут еще одна есть. Так тут их три. В том-то и дело было. Сейчас вот следующая сфера, и мы сможем еще одного забить, если выбраться сможем отсюда. Сейчас, подожди, надо вот так вот сделать, осветить все это. А, да, светишь. Давай наверх поднимайся. Подожди, подожди, подожди. Так он сагрится-то на тебя. Ну, я-то вытащу его наверх. Да? Если он меня, конечно, не подожди, затащит. Подожди, подожди, я сейчас здесь проделаю себе дудочку. Зажмет совсем. Так, а ты в щель-то пролезешь, тут щель маленькая. Я сейчас расширю тебя. Давай. Ну вот, как-то так. Сейчас, так. Есть контакт, есть контакт. А, я упал. Ну, конечно. Давай. Делай его. Ой, 14 голды дропнулось с меня. Сейчас я все подберу, не переживай. Ты, главное, не умри. Да. Это самое главное. А где он? Собака. Внизу, внизу. Нет. Он все пытается вокруг меня. Нет, нет, нет. Моего трупа. Уже убежал. Живой, ты живой, ты да, живой? Пока да. Ой-ой-ой, сейчас я сдохну. Так, ты сейчас не убегай никуда. Никуда не убегай. Сейчас я золото свое подберу пока. Ой, сколько я золота подобрал, кошмар. Твое и мое. Сейчас я тут самый богатый. Я 30 голды уронил, представляешь? Слушай, я 30 не подобрал. Не подобрал? А кто подобрал? Нет, подобрал у меня. Что-то все равно маловато. Видимо, часть потеряна была все. У меня всего 42 голды. Ага, вот как она работает. Угу. Да, не надо меня убивать, я богатый человек. Так, вот именно что. Ох, какой труп прикольный. Угу. Я прям мой. Ну, то же самое, в общем-то, сердечко вот еще одно. О, и все получается. Здесь вот такая штука, нужна тебе? Вот такая, зачем? И вот такая есть. На продажу. Такая, такая, такая. Такая у меня была, кажется. Но я ее куда-то выложил. А тут еще одна сфера, слушай. Что-то мы... Ну так давай, конечно. Посмотри, там внизу больше нет сфер. Посмотри, такой, такой интересный пол. Отойди, бомба, бомба, бомба. Ой-ой-ой. Дневной цветок. Там за тобой что-то охотился. Ты хп-то свое смотришь? Кто это меня так? Ух ты! Клондайк! Чё там? Да куча слизней. Ага. А я дневной цветок добуду, пока ночь. Ой, ночной цветок, путы. А чё-то я больше не вижу тут сфер.
Так, ну, вроде нормально все, что. Все отлично, конечно. Мы бы это и тогда сделали, но я тупил тогда жесточайше. Так, я на базу телепортируюсь. Что мы там можем с этой броней сделать? Так, теперь надо еще куда-то его поместить. А, Кримсон броня. Ну, она там жизни восстанавливает неплохо, мне кажется. О, йо-йо. Да. Кримсон йо-йо. Ну и как оно? Я не стал делать. Зачем оно мне? Нет, там же и написано. 17 дамага. Что-то не ахти. Да, я помню, что курсор нужно менять. Точнее, сейчас вот вспомнил, но, к сожалению, ну, по привычке я уже вот так. Таким макаром по старинке. Ты прям хорошую статую оставил, мне прям она нравится. Золотой ангелочек. Так. Так, все, надо валить. А где зелье? Зелья нет. У меня нет зелья. Так телепортируйся ко мне. Есть еще одно зелье телепортации ко мне. И зелья телепортации тоже нет. Придется мне пешочком валить. Да. Выбираться отсюда. Так, я продаю это. И все. У меня же вроде была куча этих зелий. Я их где-то выложил, значит. Звездочка. Да, кстати, ее тоже неплохо так дамажит. Весьма неплохо. Главное у него это. Отброс нормальный. Жаль, не постоянно она так кружится. Грибочки. Так, вот а звездочка мне взять некуда, к сожалению. Как и линзы. Это плохо. Линзы надо бы подобрать. Да и звезду. Придется пожертвовать платформами. Так можно один предмет еще в этот положить. Так я уж положил. Мусорку. Я уж положил. Более продвинутые формы ее долго держатся. Летят через весь экран. Это прикольно. Особенно вот. Я знаю, что есть как бы бонусы, кстати, ну, всякие трынки-то для ее аксессуара, точнее. Да. Да.
продлевает там действие, там еще что-то, бонус. Что-то у нас веревок столько, куда их девать? Зачем в таком количестве? Ну как, это нужно было на островах, а сейчас-то уже, конечно. Поздновато, да. Так, я так могу сдохнуть, ребята. Это вы мне не нравитесь. Совершенно. Тебя там встретить? Да нет. У меня же есть метеоритные пули. Просто я их экономил. Но вы меня достали. Нитку для ее можно сразу из паутины сделать. Нитку. А, ну аксессуар очередной. Сейчас посмотрим, что она дает. Вот я и дома. Выкладываем все лишнее. Ну вот эти вот сердца я, пожалуй, попродаю. Лишние. Вот эти два, например. Вот это вот сердце. Тоже, по-моему, у меня такое есть. Какие сердца? Ну, которые что нападали за... нам. А-а-а. Нет, такого нет. Пусть тогда лежит. Вот это пусть лежит. Деньги обязательно. Сразу же деньги. О, да. Сейчас я поднимусь. А то у меня тут 70 да. Золотых. Вот я не понимаю, как мы два раза пофармили, у нас 70 золотых, да, на двоих вышло. Как можно не хватать золота? Нет, ну 70 золотых это с тем, что я потерял еще. Ну я тоже там потерял 15 золотых, но это после первого убийства босса. Это ж мы на втором потеряли. То есть с босса примерно получалось там... Ну да. По 10-15 голды на да. человека. Так, что еще мы выложим? Пожалуй, метеоритную броню я оставлю. А вот эту выложу. Так. Кримсон броню можно уже сделать еще. Сейчас я посмотрю, что там. Она, когда стоишь, увеличивает реген и, соответственно, увеличивает дамаг. Это продаем по больше, чем за золото. За 1,44 покупают эти штуки, которые дропаются. Да, понятно, что у гоблина очень дорого все, действительно, вот лично у меня было такое, да, было, что когда я начинал улучшать у гоблина, у меня кончались деньги. Но когда все улучшил уже, такое тоже возможно, то, соответственно, и... Нет, просто я вот, допустим, себе задаюсь целью там собрать определенный сет, да, какой-то там мага, там, лучника или воина... И я даже не парюсь, пока я не соберу этот сет на улучшение. А к тому как, моменту, когда я его соберу, то уже, собственно, и бабок завались. Так. Гоблин, конечно, да, еще та сволочь. Но, опять же, карточка есть, что снижает затраты с тех же пиратов, да. И так далее, и так далее. Что-то не хочет у меня ловиться рыбка.
Так, кто у нас остался? У нас остался скелетрон. Я думаю, что можно уже идти. А, я думаю, нужно сделать большую платформу. На платформу, да. Так, и чтобы сделать платформу, надо дерево нарубить. Где у нас тут деревья длинные есть? Кстати, где у нас, собственно... Старые колокольчики да кристальные штормы очень скоро перестанут котироваться. Я не знаю, о чем речь. Что за колокольчики? И кристальные штормы. И кристальные штормы. Я не знаю, о чем речь, поэтому... И почему они перестанут котироваться? Я знаю только один колокол, он, по-моему, как оружие работает, продается у волшебника. Ну, как бы. Наконец-то лунные цветки можно высаживать. У меня есть теперь два семечка. Да, пожалуй, этим стоит заняться. Сейчас. То есть ты можешь пока построить, кстати, там. Да, я вот собирался идти, но вспомнил, что у меня тут 70 золотых, которые я не выложил. Возвращаюсь назад. Зелье, конечно же, ты не взял, да? Нет, я взял зелье, но у меня их 3 штуки, и я не хочу тратить. Я тут лучше пройду, недалеко ушел. Надо подсмотреть, из какой рыбы зелье телепортации делается, и наделать его А что после. за шмот такой, что плантеру за 30 секунд стоя? Плантеру за 30 секунд. Ну вот говорит, что плантеру выношу за 30 секунд стоя. Да не знаю, броня жука какая-нибудь. Я до Там такого не вообще. дошел в своем развитии. Но я, конечно, известный нуб, понятное дело. А из чего ты говоришь? Вот, вот я нашел, да. Так, золото можно скрафтить, пожалуй. Все, у тебя там Хотя 100 нет. голдых в Нет, ящике. нет, нет. Черепашья броня и вампирические кинжалы. Вот. Черепашью броню я не крафтил. Не смог я насобирать столько черепах. Панцирей этих, вернее сказать. Не свезло мне. Черепашья броня, что еще он сказал? И вампирические кинжалы. А. Ну, конечно, на восстановление. Или жучиная. Жучиная. Что за жучиная? Ну, броня жука Defense. это броня, которая круче брони черепахи. Была в обновлении, которое после Нового года, ну, до Нового года вышло, там 1-2 Ну, я, какой-то. конечно, не помню, как там, сколько чего нужно, но я вот пытался собрать себе черепашью броню, и у меня ничего не получилось. Кстати, можно уже скрафтить кирку. Вот эту Какую? вот, Death Bringer. Она же покруче должна быть. Так и да, я скрафтил Уже себе. скрафтил, Первое, да? что я Я сделал, тоже скрафчу. Так, ну и у меня на броню хватило. И даже еще да. Я осталось. себе и топор скрафтил. Топор Такой. 22. Нет, топор я не буду, смысла не вижу, он всего 22. Не, чтобы деревья быстрее рубить. Да. Так, меняемся. Я хорошо Так. ударился. 5 раз голема, говорит, нужно убить для того, чтобы жестяную броню скрафтить. Возможно, вот этого я тоже не делал. Я до этого дела не дошел Ну, просто. мне вообще первый раз, когда я голема убил, подумал, что это нубский босс. Да? Потому что, да, у меня было такое пещера. И в стене он прыгает в стороны. Он сам по себе такой квадратный достаточно. И у меня
пещере было вот углубление как раз под его рост. И он туда застрял. И все его удары, как бы, по мне, абсолютно не попадали. То есть они ударялись об стенку. Вот. Я его замочил там, вообще, в нубском каком-то одеянии. И подумал, какой неинтересный и скучный босс. И как все это грустно. А потом я создал новую карту, где он мне так ввалил. Ну, я вот читал еще тоже про него, что он какой-то там супер мощный, но сам не видел. Так, а чё, почему я не могу скрафтить долбанные манекены? На лесопилке, что ли? Да, вот они. Парочку манекенов все же я скрафчу. Ибо броню девать мне уже некуда. Не забывай, тебе надо женские манекены крафтить. Женские, конечно. Однозначно. Так, и. Вольфрамовая броня историческая, я бы сказал. Вот. Ну, ух, что-то у нас тут кримзона разрослась. Ну хорошо. Прям. Это ж хорошо. Ужас. Ну, не знаю. Я думаю, что хорошо. Так. Так. Ух ты. Ты лиану тут скрафтил. Прикольно! Птица, сволочь. Умри. Так, всего сколько у меня семян? 2, по-моему. Да, всего 2. С этого конца начну. А у нас было нашествие гоблинов? Конечно. Да? Да. О, я понял, что надо сделать. Здесь же книжки есть у входа всегда. Блин, все книжки. Отлично. Будем ждать плодов, так сказать. Смотрим, что мы можем скрафтить из зелий. Из зелий неплохое зелье защиты. Я, пожалуй, накрафчу их. Также зелье регенерации тоже накрафчу. Лишним не будет. А больше ничего пока что. Пока больше ничего. Так, слушай, а на Б тратятся вот эти вот зелья возврата, там, телепорта? Где тратятся? Ну, когда Б нажимаешь. Конечно, тратится. А, нет, они не используются. Используются только бафы. Бафные зелья. Так, а где мои лечилки?
Что там нужно было на этом? А, вот все вижу. Вижу. Лечилки. Зелье ускорения тоже возьму. Регенерация. Ты бери двойной комплект. Потому что я ничего не брал. Магический дамаг брать? Да, брать, конечно. Тут у нас, в общем-то, выбор небольшой. Защита, регенерация, да и все. Так, тут я закончил, кажется. Сейчас свинюшку еще проверю. Что у меня там? Ага. Все, и чешу к тебе. Давай. Зелье. Так, подожди, что-то ты мне... Стоп, 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 у меня места нет. Места нет, мне места нет. О, веревка. Давай. Лечилки. Ну и все. И у меня пироги еще есть, в общем-то. Я думаю, у тебя есть пироги? Да, у меня дофига их еще. Ну и все тогда. Не Так, густо. что, как раз только ночь началась, да? Да. Вперед. Да. Блин, 60 уже снес. Да, дамаг-то слабенький идет. У меня, по крайней мере. Ха. Так мы его не завалим. Он какой-то жесткий. Очень. Ты давай возвращайся, пока меня тут не завалили. Все. Что-то мы, короче, это. Что-то Я как-то. по единичке, по пятерке ему сносил. Я тоже. Получается, рано сунулись, да? А что же Рано. надо тогда? Я думаю, Возникает вопрос. жизней надо хотя бы там, я не знаю сколько. 250, 300. У тебя 220, да? Да. Надо искать. Да. 3 голды потерял. О, а кто мне тут золото насыпал? И Так я чё? У насыпал. нас платиновая монетка теперь есть. Походу. Прекрасно. Да, раздал так раздал, конечно. Не камильфо как-то. Ну что? Пойду-ка я проверю ферму.
Да что ты? Нет, рано еще. У тебя кольцо регенерации есть, да? Да. Забываю постоянно. У меня тут еще одно раздалось откуда-то. Ну, я тогда предлагаю слепите железную дорогу и расстреливайте в движении. Хорошая мысль, кстати, мне кажется. Это посоветовал кто-то? Да, это в чате вот. Я вот только не знаю, скидывают ли дамагом с этой вагонетки. Нет, не скидывают. Значит, надо крафтить железную дорогу, действительно. Железо у нас вроде бы до хрена. Где эта железная дорога? На чем она делается? На наковальне. Почему-то железо. А где железо? А вот железо, iron bar. Дерево, видимо, нужно. Да, рельсы, шпал. Дерево. Там. В принципе, можно, у нас же есть тут железная дорога, можно ее же забрать. Подземелье. Вот она. Ну там сколько ты будешь ее разбирать? Вот я уже 950 накрафтил. Нормально. Ну что, пойду тогда? Давай. Попробую поставить. Я попробую сердца поискать. Ау! Чего? Вот это мне вдало сейчас. Ловушка. Блин, начинаю мерзнуть в этом снежном биоме долбаном. Они только того и ждут, пока я замедлюсь. Вообще, да, вот тоже прозвучало тут, прозвучал совет проложить по небу железную дорогу. Мне тоже приходила такая мысль раньше, даже когда я играл. Еще когда в Майнкрафт играл, так сравнивал с Террарией. Думал, почему вот не сделают, да, железную дорогу в Террарии. А тут вот раз, и пожалуйста. Прямо как по заказу. Но это сколько же времени займет, если мы сейчас начнем? Да мне кажется, встаешь на... Ой-ой-ой. Садишься на эту железную дорогу и едешь, и крафтишь, нет? Не знаю. Мне кажется, скорость там будет большая. А, нет, там она же регулируется. Тихонечко на... Ну, недолго держал, медленная скорость. Подольше подержал, больше скорость. Так, чуть-чуть был меня здесь не загрызли, но я вырвался. Снежный биом стал опаснее из-за этого дебафа. Раньше его не было, по-моему. Звездочка прямо в меня. Они не убивают сейчас?
Нет, ну не прям у меня, да, я знаю, что это дамаг бы прошел. Под ноги мне прямо. Самое шикарное, когда босса мочишь, и она по боссу попадает. Вот это прям. У меня такого ни разу не было. 999 дамага, по-моему, она Я об этом наносит. только читал. Кому так везло. Далековато здесь бежать, на самом деле. Действительно, железная дорога бы облегчила. Но если у меня останутся, я это провожу. Ну, наверняка останутся, то есть 950 это довольно много. Так ты что, под небом хочешь или... Ну, так, чтобы просто можно было дойти из конца в конец. Потому что нам сюда еще не раз придется наведаться. Логично. В эту богом забытую местность. Я уже устал бежать. Так, вот. Вот оно. Осталось понять, как правильно расположить. Блоки нужны. Поехал, прикольно. Весьма прикольно. Но ехать я так буду, ой, долго. 900 еще и не хватит. Ну, из конца в конец точно не хочется. Так, что-то мне ничего не попадается. Платины, правда, набрал чуть-чуть. Нам это платина уже, да? Будь здоров. Спасибо. Насколько в ширину карта, я не знаю, честно говоря. Так это, средняя у нас, middle. Нет, сколько блоков она в ширину? Ой, ну, на вики, Надо наверное, где-то написано. искать, да, читать, я так не знаю. Но явно больше, чем 950. Существенно больше. Так. Потерял темп немножко. Что-то у нас торговец давно не появлялся. Странствующий.
Да и скелет-торговец тоже. Но скелет-торговец, насколько я понимаю, он в одном месте так и сидит. Разве? Ну вот я сколько его встречал, не скажу, что прям я знаю точно, но я сколько его встречал, он так и сидел в одном месте. Там, где встретился. А у нас же он встречался тебе, правильно? Да. Где он сидит? Если встретишь, свечки купи у него. Все, кончились. Да, но здесь дело в том, что это... Чуть не сожрали меня в этой вагонетке. Случайно, говорит, генерируется. Ну, не знаю, я не буду утверждать, но вот я видел именно так. То есть там, где я его встретил, там он и сидел. Я потом туда возвращался, это я так уже сам, когда играл, тестировал, смотрел обновление. Да блин. У меня было вот так. Может быть, и действительно, я вот не знаю. Так, а здесь что у нас? Здесь я не был. Кажется. Здесь кругом шипы. И паучки. Но ловить здесь нефиг. Я вот что-то не пойму, почему нам инженер до сих пор не попался. А он разве не в подземелье? Нет. Да. Подожди. Нет, гоблин-инженер, я имею в виду. Да, гоблин-инженер, разве не в подземелье? Нет, в подземелье механик. Девчонка. Точно? Гоблин-инженер, по-моему, нет. Его так встречаешь. А, его в джунглях, по-моему, встречаешь. Я вот что-то припоминаю, что вроде как в подземелье. Нет, в подземелье точно механик. Тогда не знаю. Только почему я здесь не был? Вот в чем вопрос. Где ты не был? Да тут вот уже разведанное место, видимо, ты здесь лазил. Да. А, нет, 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 нет. Мне конец. Пока я смотрел, где ты там был, меня тут. Ага, фух. 18 здоровья осталось. Ну здесь, я так понимаю, ловить уже нечего, да? Раз ты здесь подумал. Так, сейчас я тебе скажу точно. Да, сферы. Там... Сферы меня интересуют. По-моему, две есть сферы. Да, есть сферы. Три. А где? Вижу. Направь меня. А, нет, это алтарь, алтарь. Нет, вру. Нету там ничего. Вот подсказывают, что все-таки гоблин где угодно спавнится. Вот я и говорю, гоблин должен... был уже, по идее, найтись. Может, я не знаю, для него сейчас требуется убийство этого скелетрона, нет? Вроде бы нет. Ну, раньше точно не требовалось. Так, а чё я мучаюсь? У меня же есть зелье телепортации. Дурью маюсь. Так. Так, дерево, дерево. Дерево любое подходит. Ты не помнишь? Я думаю, любое. Для вагонеток-то? Да, ну, для этих. Ну, рельс. Рельсов.
Мне кажется, любое должно подходить. Да. Ну я просто до жопы накрафтил этих рельсов. Просто до жопы. Ух ты. Семисекундный иммунитет к лаве я нашел ожерелье, причем оно выглядит по-новому. По-новому? Да, изменили. Так. Так. А что, у нас линз вообще нету, что ли? Да не может такого быть. А, вот есть, есть. Ну, в принципе, можно было бы уже скрафтить приманочку. Ну ладно. Это не срочно. Так. И опять мне предстоит дальний путь. Можно было, конечно, и отсюда начать. Вот я затупил. Надо было отсюда прямо начать строить. От дома, чтобы не бегать. Вот так вот. Но в этот раз я запасся с избытком, я думаю, даже. Не должно прям до конца карты хватит? Ну, до конца не хватит. До дому должно хватить. Так, кольцо. Иммунитет у Клави, это вообще замечательно. Ну, надо в ад сходить, значит. Вообще неплохо было бы обсидиановую подкову сделать. Но обсидиан нужно еще нафармить сначала. А для этого... Я не знаю, кирка вот эта вот раздолбает обсидиан? Должна. Может и не хватит. Ай-яй-яй-яй-яй.
Так, здесь, кстати, вот сундук почему-то ты не забрал. О, и лут здесь какой-то. Че это? На. Черт! В общем, я не знаю, что это такое, но я возьму. Я спрыгнул, открыл карту, посмотреть, где ты там находишься, и меня камень сверху хлопает. Ну что ж ты так? Прям. Ну на острове я на летающем был, там, где ты смотрел. Сундук стоит, а в нем какая-то хрень. Я даже не знаю, что такое. А может места не было, поэтому не забрал. Наконец-то. Я почти добежал опять. Но это не ночь, это просто освещение биома. Получите, твари. Не достану. Веревок нет. Придется бежать. Так, что тебе веревки нужно? Ну сейчас-то нет. Сейчас-то я уже добегу. У меня наживки столько валяется, сколько это занимает. Наварите зелье опасности. Я не понимаю, когда они по-русски говорят. Я не знаю названий по-русски. Я тоже, честно говоря. Ну, может быть, есть такие зелья. Я, честно говоря, не слышал про такие зелья, которые защищают от булыжников. Так, вот здесь вот мне просто так проехать, конечно же, не дадут. Твари вот эти. Нет, так меня тут так очень быстро, да, вот так вот сделают. Ой-ой-ой. Кто тебя Кримсон зоной очень тяжело построить, я тебе скажу, такую дорожку. Так это, надо проще сделать, что я к тебе подойду. Я буду отстреливать, ты будешь строить. Может, мне к тебе телепортироваться просто? Ну, проще, потому что это далеко бежать. Ты где ты здесь? Угу. Не вижу ничего. А, о. Да. А, она там тупиком заканчивается, слава богу.
Dangerous Potion. Ну да, это очевидно. Ты встречал такие зелья? А? Dangerous Potion. Да. А из чего? Из чего делается, не знаю. Из сундуков встречал. Я вообще зелень не варил никогда, я же говорю. Я как-то Вообще никогда. равнодушен. Нет, ну, может, зелье гравитации делал. Это как Моровинде, алхимия рулит. Кстати, я заметил, ты в Моровинд без этого играешь. Графического мода. Какого? Как он называется там? Ретекстур Моровинда. Как это без графического? Ну, они же разные. Ты какой имеешь в виду? Тормози, 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 тормози. Что, не пройдем здесь? Ну, пройдем, но просто это. Так, набираем скорость. Снова. Вот так. Так как называется мод-то? Слушай, я не помню, но самое он как Ну, бы их считается. много. Как-то самое. Очень много. Я вообще в основном. Не-не-не-не, он один единственный такой, Да нет. самый крутой. Сборки есть, там, оверхол, ты, наверное, имеешь в виду. Да, по-моему, Верхолд Но оверхол это называется. сборка. Все же, это не самостоятельный мод. Ну, как бы он один мод так называется, Верхолд. Нет, это сборка. Ну, по факту, да. Да, а модов там в нем куча. Все. Ой, кончилось внезапно. Так, ну у меня есть еще, конечно же. Там очень много модов, и графических, и геймплейных, поэтому Overhaul я, честно говоря, не ставил, потому что он. Ой, 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 нам не сюда. Тихо. Он рассчитан на английскую версию игры. Был, по крайней мере, раньше. Перевода я нормального не встречал. Поэтому. Слушай, нет, у меня русская стоит, все нормально. Ну, с шаманством с каким-то он ставился раньше, я же говорю, раньше, я давно уже не смотрел. Да Он что это? очень тяжело ставится. Это Это я могу вторая тебе причина. сказать. Очень много там модов, они зачастую конфликтуют, потом начинаешь, когда играть, Не-не-не, в этом начинается. плане все доведено более-менее нормально, но Ну, сам слушай. процесс установки Потом. очень такой муторовый. Я, наверное,